Привет всем снова, Денчик, и сегодня мы продолжаем проходить Assassin's Creed 4 Freedom Cry. У нас же дополнение к Assassin's Creed 4 Black Flag. Ну что ж, в прошлой серии мы успели спасти рабов, кое-каких, кое-где, захватить корабль, захватить невольничий корабль, освободить рабов. Ну, это уже сказал, наверное. Короче, многое-многое мы успели сделать. И теперь можно зайти в улучшение. Так, улучшение экспорта креда. Так. Давай Мартина ядра улучшим. В магазе какой-нибудь. Ну-ка, кстати, что по улучшениям надевали-то? Сумки, петарды, дротики, есть уже. И снова мы вернулись в Порт-о-Пренс. Так. Голыми руками уделал, так. Боезапасы. Что там по запасам? Я хочу боезапасы. Так. Шамбял. Зарядку сделать. Блин, свинцовой дроби нету. Надо будет купить. Новые бомбы. А, нет, уже свинцовая дробь одна есть. Не, все-таки будет надо купить. Спасибо. Храни вас, Господь. Только вместе мы покончим с этим злом. Это сейчас было. Ну, свинцовая дробь заработал. Право на выбор. Бог все видит. Спасибо вам. Помоги своим братьям и сестрам. Вообще на изи освобождаю их.
пытаюсь, кстати, обследовать эту точку для интереса. На изи. Просто взял, выстрелил. Конвой надо освободить. Вы не пожалеете. Спасибо. Верь в себя. Херово я этих тут убил. Сейчас. Не, дальнее расстояние не стреляет этот мушкет. Я ваш должник. Все еще впереди. Mm-hmm.
типа. Ну-ка, Шамбяу может использовать, кстати. Что-то я им не пользовался никак. Что, кто застрял? Ты застрял, да? Ну, я тебе помогу. Не, не помогу, походу. Он там застрял в текстуре. Но это нормально. Чувак врос в текстуру. Я не пойму, а где вход в эту богадельню? Я хочу оружие купить. А, мне кажется. Да вот. Нифига. Что-то. Ну, кажется, по дереву залезти. А, вот же, по-моему. Вот так вот, точняк. Сюда давай. О, здесь сундук валяется. Блин. Хотел бы боезапас пополнить. Но чё-то нифига. Нифига, что я не могу туда добраться. Деньги пригодятся. Боезапас, давай-ка свинцовую дробь купим. Так, свинцовую дробь куплена. Самодельная петарда. Так, дротики надо купить. Так. Сумки. Еще можно купить. Сахар продадим. Продадим. Спасибо, капитан. Удачи вам. Немножко подпрокачался я. Не будешь плыть!
Освободил. Вы так добры. Живи достойно. Так, хватит, по-моему, освобождать уже. Это долго займет дело. Надо бы задание выполнить. Туман рассеивается, называется задание. Месье Адевали, Мароны считают вас союзником. Агюстан ценит вашу помощь. Не знаю, сколько еще смогу им помогать. Но Мароны — отличные воины. Агюстан обеспечил меня всем, что понадобится, пока я не вернусь к своим братьям. Значит, вы должны мне посыпать. Пусть пока будет у меня. Так надежней. Вы не держите свое слово. Я сказал, возможно. И это все. Вы меня презираете. Нет, напротив. Вы сохранили свободу среди врагов, ловко управляя своим незаменимым делом. Я вас очень уважаю, но вы слишком умны, чтобы довериться вам так быстро. Да, вы на редкость умны и любезны. Раз вы не хотите дать то, что мне действительно нужно, надеюсь, докажете свое уважение другим способом. Я подумаю. Нужно очень осторожно и внимательно проследить за губернатором. Я должна знать, чем он занят. И почему так ревностно блюдет Черный кодекс. От этого зависит жизнь рабов. Понимаю ваш интерес. Я помогу вам. Ради рабов. Быть может, вы не так безнадежны.
Вам нельзя идти так. Серьезно? Переодеваться? Вот. Наденьте это. Зашибись. Тряпье раба? К чему это унижение? Хотите, чтобы меня схватили? Унижение? Вы так мало цените своих несчастных братьев? А вы цените хоть кого-то? Или мы все пешки? Ха, вы много хотите. Так нужно. Дело в том, что губернатор де Фойе устраивает прием. И представьте, я не приглашена. Для подобного торжества нужно доставить в особняк огромное количество припасов. Это ваш шанс. С ящиком на плечах вы затеряетесь в толпе рабов. А оказавшись внутри, проследите за губернатором. А надсмотрщики не заметят лишнего раба? Или вам безразлична моя судьба? Я не встречала надсмотрщика, который различал бы рабов. И все же, будьте начеку. Вы так же умны, как и сильны. Вы справитесь. Да, мэм. Вот они. Давайте к ним. Осторожнее. Это что такое? А ну, шагай! Ты кто? Я друг. Шутить не надо. Верь. Ну, не, я не шучу. Я убью ты за тебя. Тихо. Твои слова. Тихо ты. Друг, стражи часто меняют. Как же так ночь сменяет? Спасибо. Если ты друг, докажи чужак. Сейчас. Что сейчас что-то будет? Встал сейчас будет. Кого он там ищет? Я думаю, что в комитете губернатора как будет.
Пусть один уйдет. Три вагу сейчас поднимет, козел, блять. Баны. Как тут без палева-то пройти? Я уже и забыл. Палюсь, блин. Что-то, блин, пошло не по плану. Подняйся!
каким манерам ты здесь поселишься? Я думал, в особняке губернатора хоть будете здесь. А ничего хорошего не будет. Блин, что-то тут жестко-то как-то все это. Как думаешь, о чем они говорят? Бог знает. Но надеюсь, о чем-то интересном. И верно. Затишье у нас здесь затянулось. Пусть уходят. Дороже, чем мы с вами рассчитывали. Вы подарили одной девице бриллиант ценой полфлота. Не туда ли ушли все средства? Не то слово. Если измерять каждую сажень надушенным шелком. Может, тогда французский? Вы с ума сошли? Наши страны и так на грани войны. Нельзя позволить, чтобы нас заподозрили в контрабанде. Наши имена войдут в историю, если вы найдете средства и корабль. Благодарю, но мне нужно содержать дорогую колонию. Вы столько рабов привозите, я думал, что у вас есть деньги. Даже дармовой труд не дается даром. Рабы стоят дорого, а мрут, увы, быстрее, чем размножаются. Улучшение навигации пойдет на пользу и вашим невольничьим судам. А это уже интересно. Подраться, а? Нет, сэр.
Пока, пацаны. Итак, что вы узнали? Губернатор самоуверен. Даже при страже я мог бы убить его голыми руками. Он заслужил. Зачем он вам нужен? Держи друзей близко, а врагов ближе. С кем вы сейчас? Расскажите, что узнали. Чем он занят? Некий ученый, Гаден, вытягивает из него деньги. Какая-то экспедиция, секреты навигации. Почему мне о нем не сказали? Неужели меня все предали? Зачем я подсылала капитану Порту лучших девочек? Мне разузнать больше? Меня, как моряка, интересует наука о навигации. Нет. Да. Не знаю. Как хотите, оставьте меня в покое. Туман рассеялась, так, ага. Очень интересно, так. Бастиена, я думал, вы сгинули в пучине отчаяния. Ни за что. Этим негодяям не отнять у меня мое дело. Цена для рабов слишком высока. А для вас? Какая разница? Если в итоге я могу дать им свободу. Как бы то ни было, я рад услышать силу в вашем голосе. Чем помочь? Ученый Гаден, что ему тут нужно? Можете выяснить? Что бы он ни скрывал, я узнаю. Сходите к капитану Порта. Он видит все, что делается в гавани. Он должен был сказать мне... Thank you.